развитие старого городища, города Шымкент, вот в центре, вы знаете, да, есть Калаш. Для того, чтобы развивать этот центр, нам необходимо его очистить от объектов, которые сейчас там находятся. Все эти объекты незаконны, потому что это место имеет историческую ценность для государства. Там должны проводиться археологические раскопки. В этих местах вообще нельзя ничего строить. Разработали уже проект пробивки проспекта Кунаева. Вот сейчас она упирается в улицу Туркестанская, там вот баня. Баня будет снесена, там дальше она уходит на Бадам. На Бадаме будет мост, и через мост ходить на Ташкентскую трассу. Тогда у нас получится не только вот один туннель, да, где вот все пробки там сейчас, чтобы выехать в Ташкент. Это будет вторая ветка, где можно будет выехать. То же самое касается и вокруг вот городища. Это мы все понимаем прекрасно. Но так дальше продолжаться не может. В том виде, в котором сейчас это все происходит, у Калага уят. Просто вы каждый день там живете, каждый день видите, для вас это уже глаза замылились. Может, это кажется нормальным. Если объективно на все это смотреть, это такого не должно быть. Президент сказал, Чимкент будет третьим мегаполисом, миллионником нашей страны. У нас есть предложение, другое место, куда вы можете перевести свои бизнесы. Более современные, более удобное, и мы все население сориентируем так, надо будет туда специальные там маршруты запустить, как бы это, чтобы там торговля шла. Но это будет в цивилизованных условиях. Когда-то надо, на это надо переходить. Я хотел бы отметить, что за эти 10 лет за квадрат мы берем 240 тенге. Мы, соответственно, евростандартами будем заниматься. Вот у нас есть своя железнодорожная станция, есть свои склады. Если люди готовы посмотреть, мы можем себе пригласить и показать экскурсию, сделать. Все условия мы сперва делаем для будущих арендаторов, а потом, то есть, как бы, благодаря их как бы, продажам, и нам тоже будет хорошо. Я думаю, в жизни всегда все меняется, что-то заканчивается, зато начинается что-то новое. Когда что-то новое начинается, как правило, это всегда лучше, чем было. И это новые стандарты жизни. Это новые стандарты как для продавцов, так и для покупателей. Вот вы говорили, сначала начнется с проспекта Кунаева, да? Mm-hmm. Это когда начнется нам, например, мы этот год доработаем, потом в этом году начнем, например, каждый может, кто-то хочет туда, кто-то где-то хочет строиться, правильно? Mm-hmm. Для этого нужен какой-то срок, чтобы чисто человеческое понимание тоже было этого хотелось. Кунаева проект в этом году заканчивается. Строительство Кунаева, скорее всего, мы начнем уже тоже осенью этого года. Готовьтесь к переезду. Есть миллион человек, которые хотят хорошо жить. И есть 100 человек, да, которые хотят в этом месте дальше продолжать свой бизнес и зарабатывать. Но в том виде, который сейчас, как они это делают, мы это не позволим. Я вам говорю, это историческое место. Там вообще категорически нельзя ничего строить. Это наш город, в этом городе наши дети живут. По нему передвигаются. Вы же хотите, чтобы ваши дети жили в красивом городе, правильно? Если мы хотим жить в нашем городе и радоваться каждый день от красоты этого города, мы должны приложить все усилия. Каждый должен уступить. Акимат должен уступить где-то. Бизнесмены должны где-то уступить. То есть это все идет в общую копилку. Это ради всех нас делается, для горожан. На выборы. Кто-то там в индустриальную зону, может, поедет. Кто-то купит себе участок. Там землю, да, построить современный магазин. Ну, со стороны Акимиата, со стороны вас, нам поддержка нужна. Угу. Если мы будем обращаться, вы должны, как бы, да, то есть стараться помогать нам, стараться решить вот эти вопросы.